На связи Вальдемар. Сегодня 31 августа, и поедем мы сейчас посмотрим, что с нашим грузовым эвакуатором. Напоминаю, строят его около уже 600 дней, это, наверное, рекорд в строительстве. Но нам обещали до 1 плюс-минус сентября его закончить. Поехали посмотрим, что да как. Ну что, ребятки, мы приехали. Посмотрим, что у нас там происходит. Что тут за окошком у нас, как всегда, рыжий коллега. Погнали смотреть, где наш эвакуатор находится. Глянем. Ну, появился цвет. Так, посмотри, что у нас там с остальными. Так, тут тоже вроде черный цвет. Цвета не хватает. Да, ящики бы еще посмотреть. Как бы не было вроде смешно и грустно, но в названии компании «Тяни, толкай» можно увидеть обращение к клиенту. Тяни, толкай сам. Вот так вот. Полтора года стройки, нервов. Ну, нервы я уже все потратил, как бы уже так. Больше с юмором к этому отношусь. Но могу так посоветовать. До судебной претензии работают намного лучше, чем любые человеческие просьбы и отношения. Сколько бы мне не обещали, если взять минус 3 месяца, ну, с десяток раз мне уже говорили, сейчас месяц-полтора, мы тебе все сделаем. Вот и представьте, в договоре 3 месяца, по факту выходит уже там полтора года. Обещали через 5 дней, что уже будут висеть ящики, но еще же нужно всю гидравлику проверить, не течет ли чего. Также по машине отключались датчики, воздух, подушки и так далее. Это все тоже нужно проверять. В общем, мне кажется, песня еще, ну, на достаточно хорошее время. Поэтому думайте. Мой совет только перед выбором любого производства. Ищите клиентов, спрашивайте у них, как происходит, что происходит, какие нюансы были, какие споры были. Только так могу посоветовать. Ну и мой пример, я думаю, будет достаточно полезен для этого. Вам спасибо. Дней через 5 выпущу новости. Чао.